что смею заметить, я человек, который иногда любит просыпаться очень рано, и, что не свойственно творческим людям. И особенно в теплое время, в теплый сезон, там летом, я не люблю рано выходить из дома. Объясняю. Это не касается творчества, мы сейчас это отойдем. Почему? Потому что, выходя из своего подъезда, я достаточно часто встречал группы бабушек, которые объединялись в 5 там, человек и лазили в мусорках. Вот это вот ситуация, которая сейчас у нас. Вот эта ситуация, которая меня откровенно очень сильно бесит. Потому что это странно, но я бы лучше видел бы там крыс, которые бегают. Вот. И никогда не хотел бы видеть бабушек. Потому что у нас очень людей, які десятиліттями працювали на всю Україну, просто їм зараз просто надали достатню пенсію. И вот все время говорят, там, дети наше будущее. На самом деле это неправильная позиция. Вот бабушки, вот это вот наше будущее. Вот наше настоящее будущее. И мы как поколение, вот, да, которое через поколение, ну, мы следующие, да. Если у нас будет такая жизнь, ничего страшного, мы это заслужили. Потому что мы допустили бабушек с пенсиями 1200 гривен, которые этой пенсии не хватит сейчас на коммунальные услуги. Тут я с тобой погоджуюся, але все ж таки не совсем мы. Ще покоління, яке зараз. Знаешь, я с тобой, а я вот с тобой не погоджуюся. Потому что, по большому счету, мы еще сильнее живем по принципу «наша хата с краю», и люди нашего возраста уже давно, уже и 5 лет назад имели и должны были иметь те инструменты, которые повлияли бы на то, чтобы в стране стало лучше жить. Ну, я намагався. Я знаю, да. Так, да. И тут, дуже жорстка була реакція. И вопрос в том, что ты намагався, вот один человек, там еще кто-то. Но эта группа людей, она очень маленькая. Остальные решают свои шкурные вопросы. Остальные, в принципе, до конца я не могу им говорить о том, что, ребята, вы же, ну, это ваша земля, вы должны думать о будущем этой страны, привязывать себя к этой стране. Но многие живут мыслями, как отсюда уехать, как уехать побыстрее и решить свою собственную. И куда самое? И да, да. То есть сейчас выбор основной – это вот выбрать точку на карте, куда… Но все же таки объективно, что и я буду намагатися далі змінити цю ситуацію, и ты будешь намагатися. Я уверен, что багато наших телеглядачів будуть робити певні кроки. Главное, для того, чтобы нам цю ситуацію змінити. Я думаю, що в нас все ж таки є нормальні, адекватні люди в Україні, і ми ж шаг за шагом будемо робити. Я рад, що у тебе хватає, ну, такий фонтан оптимізму, тому що я признаю себе чесно. В какие-то моменты у меня вот так вот... Ты творчий особый. Я творчий... Слушай, на самом деле, если меня сравнивать с другими творческими людьми, я очень сильно от них отличаюсь. И слава Богу. Я вот, когда вот слушаю вот этот творческий человек, меня это очень выбешивает. Насчет тебя поменять с Фахачуком, действительно, слава Богу. Да. И вернемся к тому, что у меня очень часто бывают какие-то вот, ну, вот просто опускаются руки. Ты вот смотришь, и, может быть, в какой-то момент, если у меня просыпается юмор к этому, то мне как-то это легче приносить, как вот с этой собакой. Ну, это уже такое дно, в принципе, это такое дно, что... И вот тут, уже... дуже цікавий момент. Тому що для того, щоб люди теж підіймалися з диванів і щось робили в цьому напрямку, потрібна творчість. Коли в тебе вийде ще один альбом? Так, хороший вопрос. На самом деле, вот он, альбом, потихонечку пишется, то есть уже
5 композицій. Но не хватает еще 7, скажем так, для того, чтобы это сделать. Я не хочу, как группа Limp Bizkit, вести себя, которая говорила с 2013 года, вот-вот, у нас уже альбом есть, и по сей день мы как бы его ждем. Но я надеюсь, что летом мы его сможем выпустить, и что будет меньше проблем, потому что с предыдущим диском это было не так уж легко, потому что всегда есть друзья, которые обязательно сделают так, чтобы твоя жизнь не была скучной.